Привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Мы находимся на Золотых Песках. И, как обычно, приглашаем вас прогуляться с нами. Welcome. И мы покажем вам Золотые Пески 2022. Что происходит реально на наших Золотых Песках. Ворона где-то скачет. Вот она рядом с нами. Выходим на свою дорожку на пляж. И сегодня будем прогуливаться по берегу. И покажем вам, что происходит у нас на Золотых Песках. Погода у нас неустойчивая. Один день солнечный, другой холодный, третий ветреный. Но это начало апреля. Конец марта, начало апреля, всегда такая неустойчивая погода. Сегодня как раз день более холодный. Но я для вас собрала несколько видео, снятых в разные дни. И в более солнечную погоду, и в холодную. Поэтому вы можете составить представление о погоде в это время на Золотых Песках. В этом году ситуация у нас, сами знаете, трудное, поэтому работают многие отели в каком-то усеченном режиме. То есть они принимают беженцев с Украины. Вот. Ну, конечно, там не работают у них многие услуги. Я смотрю, бассейны, естественно, даже крытые. Не работают магазины на Золотых Песках. Кроме тех магазинов, которые работают всегда. В один из них мы сейчас зайдем. Потому что нам самим нужен хлеб. Мы как-то остались без хлеба. И теперь идем в магазин. Не хочется никуда ехать. Жалко, что так не подтягивается инфраструктура за происходящими событиями. Потому что все-таки людям здесь было бы полезно открыть хоть какие-то магазины. Может быть, что-то купить, не выезжая в город. Варна, имею в виду. Ну, вот сейчас мы зайдем. Будет ли хлеб, не знаю. Обычно хлеба не бывает. Но бывают там какие-нибудь булочки, бутерброды. Ну, посмотрим, что сейчас изменилось. Вчера мы прошли по променаду. Некоторые, конечно, готовятся открываться. Такая у нас ситуация на Золотых Песках. Чайки, солнце, которое периодически нас радует
тепло уже было очень хорошо. Поэтому мы очень рады, что мы здесь находимся. У нас на Золотых Песках только один магазин работает всесезонно. Вот этот супермаркет. Мы сейчас придем, поспрашиваем, есть ли там хлеб. Просто-напросто хлеб. Хлеб мы все-таки купили. Да, вот магазин открылся. Один из первых с обувью. Вот еще один магазин, но уже с одеждой. Но этот магазин всегда первый открывается. Это турки. Они всегда открывают рано этот магазин. Да, и вот рядом можешь супермаркет. Ой, сколько людей сегодня на Золотых Песках. Все там дети. Может, это беженцы, может, просто на экскурсии. Да. Собачки гуляют на пляжах.
у нас дорожные работы ведутся. К сезону будет все хорошо. И все-все цветет. Красота.